Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space, скорее даже заканчиваем. Мы покинули корабль Ишимура в конце предыдущей серии и летим на колонию, чтобы завершить все. С нами обелиск. Сейчас мы будем разбираться, что да как. В конце предыдущей серии меня неплохо порвали, у меня практически нет патронов, зато у меня костюм 5-го уровня. Используй погрузчик, чтобы достать обелиск из челнока. А, кстати, да, у нас Николь в отряде. Здесь у нас стабилизаторы, которые держат астероид, чтобы он не упал. А еще повыше, своим стабилизатором и этот кусок камня держит Ишимура. Все на равновесии. Если это равновесие нарушить... Ну, вы видите, да, что здесь ничего хорошего нет. Когда мы улетали отсюда, в экстракшене, все было не так печально. Но в целом, примерно к этому все и шло. Да, конечно, масштабы поражают. Огромная, огромная дырень. И сейчас этот кусок камня висит на орбите. Так. Что у нас по аптечкам? У нас одна большая, одна средняя. Можно по полной восполнить. Огнемет опять дают. Извиняюсь, ссаный. Кому он нужен? Роспись опять. Ну, все то же самое, что на Ишимуре, только в больших масштабах. Потому что колония побольше была, чем Ишимура. В плане населения. Но, как говорится, раз за что боролись, на то и напоролись. Сами это все начали. Так, что мне нужно сделать? Погрузчик отключен. Нужно восстановить энергию, насколько я понимаю. А, нужно сначала вот эту тележку туда подогнать, видимо. Ой, вижу блестяшку. Отлично. Это нам пригодится. Так, подогнали. И грузим маркер. Обелиск, то есть, по-нашему. Даже не верится, что это штуковина рукотворного происхождения. То есть, люди сделали. Пульсирует, то темнее, то светлее. Николь, ну что ты стоишь? Я же твой любимый, хоть обняла бы. Еще одно свидетельство в пользу того, что Айзек это все нашептывает маркер. На самом-то деле. Ах, ладно. Понятно. Направляя человечество в будущее. Очередной пафосный плакат. О, понял. Так, мне нужно. Айзек, обелиск нужно вернуть на свое место. Используй погрузчик, чтобы перенести его и поставить на пьедестал в зале обелиска.
Верни на место то, что было украдено. Сделай нас единым. Жутко это все. И то, что расчленять приходится, и Николь. Вон наш, собственно, предохранитель, его нужно вставить, но когда мы ставим, полезут эти твари. А это, я думаю, не очень хорошо. Поэтому лучше уж так. Это какого веса вообще костюм должен быть? На нем явно какие-нибудь сервомоторчики. Если он так ногами лихо разделывает трупы. Да прибудет с тобой, Альтман. Так, что мы тут можем купить? Патронов на все деньги. Которых у нас не так-то и много. Или покачать огнемет. Давайте огнемет покачаем на 3 узла. А на остальные деньги купим плазменной энергии. Вот так вот, я думаю, будет нормально. Дают одно огнеметное топливо. А если у нас не прокачанный, смысл-то? Так, огнемет. Да, в принципе, нормально пока. Шо? И теперь давайте уже, собственно, заходить. Всех расчленил. Да, они все равно ничего не успели, оказывается. Это патроны вернули. Отлично. И, собственно, продолжаем. Ой, только не ты. Так, ладно, я понял. Давайте сюда сначала сходим. А, ну все понятно. Пусть пока погуляет там, дружок. Здесь у нас вообще какой-то филиал ада. Говорит сержант Ньюман, охрана летной палубы. У нас больше нет челноков. Один из них успел взлететь, но неожиданно рухнул на палубу ангара. Мы потеряли несколько сот человек и все челноки. Если кто-то меня слышит, не пытайтесь совершить посадку. Не садитесь. Да уж, мы были этому свидетелями. Какой ты жутик, а? Сам по себе ты меня не так пугаешь, как пугает меня то, во что ты превращаешься, если по тебе стрелять. Сюда. Вот так. А теперь гори, гори. Смотри, ни один не помер.
Минус 2. Остался один. А, все, помер. Отлично. Так, ну и что ты мне дал? Хорошо. В целом было нормально. Хорошо, вроде все по плану. Вообще, помните эти места? Именно по ним бегал спятивший дружок Лексин в самом начале экстракшена. А, то есть мне перетащить нужно? Я думал, сама поедет. Отлично. О, сколько там патронов к винтовке. Хорошо. А вот это плохо. Что-то здесь вообще нехорошее творилось. Похоже, все, кто писали, вот они. Вот. Вот что от них осталось. 50 патронов. Зарядок. Запущен процедура карантина. В отсеке обнаружена неизвестная форма жизни. Служба безопасности извещена. Ну, как обычно. Твою мать. Минус один. Давай. Тут куда ты залез? Ой, со спины пакость, пакость со спины. Ой, спереди пакость. Да чё ж ты не стреляешь-то с него, а? Надо отступать, надо отступать. Ой. Да что ж вы не успокоитесь, а? Ой! Сволочи. Какие же вы... Уйди от меня, уйди! О! Да что ж мне так везет-то на вас, а? Все, нет. Да твою ж дивизию, да вы кончитесь вообще, нет. Давай, 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 дружок.
Давай уже, вытаскивай свои причиндалы. Пожалуйста, скажите, что это все. Да, это было глупо стоять тут. А потом еще отбежать туда. И там, и тут я поймал по... Кто-то где-то есть. Иначе бы карантин был снят. Давайте калитесь, кто из вас притворяется? Допустим. Так, тут все хорошо. Кто где? Да блин, что не так-то? Не понимаю. Видимо, кто-то где-то все-таки есть? Или что? Или мне заниматься своими делами? А на карантин внимания не обращать? Похоже на то. Странно как-то это все. Да нет, смотри. Все так же, карантин. Врагов нет. Это нормально? Или я сейчас дерну, и со спины кто-то вылезет? Ох, блин, а что ж ты делаешь, а? Как раз вот эта вот вся дрянь, которая тут была, она на меня полетела, я подумал. Твою налево. Давай уже, давай. Дует. Давай. Да, блин, ну что ж вы... Тягомоты-то такие. Ну скажите, что все закончилось, пожалуйста. Не нужны мне деньги, патроны давайте. Ладно. Жив пока, тем не менее. Ой-ой-ой. Кто где? Кто где? О, ребята, вас тут оптом. Да, бляха. Ну, наконец-то. Фу, можно выдохнуть. Это было не очень приятно. Пожалуйста, не повторяйте этого никогда. Так, что дадите? Будут какие-нибудь? Что, вообще ничего не дадите? Спасибо, блин, большое. Хоть так. Или может взрывами раскидало все куда-нибудь туда вниз. Ага, он что-то лежит. Он давно лежит уже, правда, я его давно заприметил. Вон там еще что-то лежит. А нет, тут голова.
Ну ладно. Справились. Сдюжили потихоньку. Силовой узел. Ну давай. Вот, вот то, что мне нужно. Отлично. Стоило того. Еще и можно было бы сюда забежать. Что-то я не посмотрел. А, дверь, в принципе, заперта была. Так что, наверное, не получилось бы. Как карантин. Может, получилось бы. И было бы гораздо легче отстреливаться в дверном проеме. Так, шлюзы. На, неспешные такие двери. О, я слышу, там опять эта тварь. Куда уже без нее-то, а? О, сейчас опять все патроны уйдут из жизни. Айзек, ты почти добрался. Подведи питание к мостикам, чтобы перетащить обелиск. Поищи пульт управления в конце сервисной трубы. Давай уже. Где еще? Да сдохни ты. Все, готово. Блин, там еще одна. Как я ее не увидел. Да, это будет весело. С этой стороны все. Ох, нифига себе. Да вы запарите уже. Давай. А, блин. Фу. Самое плохое позади. Осталась мелочь пузатая. Успела, смотри. Ну что ж с вами не так-то сегодня, а? Или со мной, как обычно. Умирали бы они сами через некоторое время. Детишки. Все патроны. Ой, она сейчас взорвется. Так. Импульсные. А у тебя что? Аптечка, хорошо. Отлично. Ну и все, небогато. Так, а там у нас, там, по-моему, тоже что-то хорошее есть. Да. Супер. Ой, пробежал мимо. Ну вас нафиг. Второй раз уже чуть не врезаюсь в нее. Блин. Какая-то сегодня пятая серия подряд записываю. Уже внимательность не к черту. Так, ну давай.
Посмотрим, что мы сможем. Так. Так. Еще что-нибудь одно продать, и тогда мы сможем купить еще 3 силовых узла. Или на все деньги купить патронов. Вот это, допустим, явно лишнее. Нет, пожалуй, я лучше покуплю всякое. Так мне будет спокойнее. Хотя один узел надо было все-таки взять. Ну да ладно. Уже не так критично. Так, ну что, что нам тут нужно сделать? Зона невесомости. А как это на планете-то зона невесомости? Они специально ее создавали, что ли? О, у нас новый вид некроморфа. Некроморф-резинка. Ты не пни меня, смотри. Паря. Давайте выпустим, я не могу смотреть на его мучения. Все, братень, иди туда куда-нибудь. Хватит тусить тут. Так, ладно, допустим. Это не от Николи осталось. У нее белый халатик был. Ну да. Минус один. Наверняка второй. Они стаями бегают. Давай, покажись. Да вроде спокойно. А, теперь вы, да? Да, сдохнут уже. Я не попадаю, что ли? Не надо было под корень рубить. Она, похоже, игра почему-то считала, что я бью по телу. Блин, я уже ориентацию в пространстве потерял. Надеюсь, я не назад иду, вроде нет. Пришли куда-то. Так, понятно. Топливо огнемета. Тоже нафиг не особо нужно. Еще, как обычно, самых ненужных вещей поболее. Ребята, по-моему, мы это зря сделали. Давай ты уже, ну. Денги. Офигеть, махина. И кто-то лезет, как обычно. Отдохни уже.
Да ёлки-палки. Стандартно, полный набор пакости. Как неудобно, а. Да ты чё творишь-то вообще, животное? Ну, наконец-то. Блин, надо убираться отсюда, я тут целиться не могу нормально. Так, тихонько. Подожди. Да вы издеваетесь, что ли? Вон же выход. А, ну да. Я подумал, блин. Ну это она сбойнула что-то. О-о-о-о. Из огня до полыни. Так, подожди. Приступим. Готов. Осталось добить. Еще. Так, ну и куда тебе стрелять-то лучше? Все нормально. Силовой узел, хорошо, что не купили. Да и, в принципе, можно двигаться, похоже, да? Супер! Топерча. Восполним стазис. Мне кажется, мы уже почти пришли. Странно, как-то эти мостики работают. Такое ощущение, что что-то тут не так. Зачем обязательно стазисы? Они и в мирное время, то есть, точно так же действовали. Или что? Подожди, нет, я не нажимал эту кнопку. Что ж ты делаешь-то, а? Меня, очевидно, геймпад начинает подводить, что ли, я не понимаю. То не стреляет, то еще что. Кстати, в том зале, в экстракшене, тот паренек первый раз встретил сумасшедшего. Ой, я чувствую, сейчас будет еще много боли. Разум Роя с нами. Ты что делаешь, ящик? Ты так рад меня видеть? Разум Роя с нами поздоровался только что, как вы могли слышать. Так, что тут? Огнемет, конечно же.
Дадим Артуру побольше бесполезных предметов. Еще, еще, молодцы. Ненавижу этих людей. Готово. Все. Идем туда, где все началось. Я помню еще эту зону с экстракшеном. Мы тут проходили кругом. Поэтому я знаю, что там улица сейчас будет уже. Да-да-да. Я был прав. Вы только посмотрите, какая здоровая штука. Обойдемся без мата. Просто подумайте, да? Огромная дыра, и там в центре планеты, это офигеть. Не в центре, конечно, на большой глубине. Так, ладно, меня током не шарахнет. Вроде нет. Валим, валим. Ой-ой-ой! Тихо! Вот тебя только! Да давай ты уже, ну! Мне кажется, или у нас проблемы? Допустим. Это кто это там так? Вот этот малыш, что ли, вот этот? Так, торопыга. Еще один. Так, быстрее. Есть ощущение, что они будут респауниться бесконечно. Давай, 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 давай. Дохнет уже, ну. Спасибо, Айс. Я всегда в тебя верила. Я знала, ты вернешься за мной. Мы одно целое, Айс. Мы одно целое. Да уж.
орбитальные захваты отключены. Тектонический срез освобожден. Столкновение неизбежно. Немедленная эвакуация из этой зоны. Вы поняли, да? Камушек падает. Маркер сработал. Кстати говоря, я так и не понял, почему, когда я нахожусь рядом с ним, некроморфы не бегут от меня в панике, потому что маркер же, он отпугивает некроморфов. Это можно видеть и в анимационных фильмах, да и в описании его, что он как средство против них. Активирован режим обеззараживания. Ну да ладно. Возможно, я что-то не так понял. Чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Бах. Что-то она себе вколола. Айзек, оказывается, не биоробот, у него есть чувства. Ты псих. Как Кейн. Как капитан. Егорь была мертва все это время. Это было плодом твоего больного ума, который играл тобой. Но не бойся. Теперь эта штука будет в безопасности. Подальше от этого проклятого места. Прощай, Айзек. Стерва, ты мне ответишь. Хотя, возможно, ты из лучших побуждений. Да. Поворот. Я вообще как-то не особо так прям уж настроен отрицательно к Кендре. Потому что, возможно, она считала, что делает хорошее дело, когда воровала этот маркер. Потому что, на самом деле, такие вещи лучше прятать. И чтобы прятало их государство, потому что государство это умеет лучше всего. Ой, что-то он совсем близко. Давай спешить. Просто, как мы знаем, в итоге... Не удержать такую силу. Это начинается. Так, кто-нибудь полезет, нет? Помню этот коридор, тут с неба валились люди в экстракшене. Да, такая махина упадет, это все. Конец всей планете. Успокойся, я иду. А нам придется столкнуться с разумом Роя.
Готовимся к битве. Покупаем всего, чего только можно. Только, блин, не тебя, конечно же. А вы опять? Я же вас расчленял. Так, ладно, неважно. Пойдем патроны покупать. Аптечек хватает, стазиса хватает. Да, в принципе, всего хватает. Плазменной энергии еще можно накупить. Вот так. Сохранимся. И пойдем, помолясь. Опять топливо. Что ж ты будешь делать, а? Эта игра меня просто троллит. Куда пошла? Да, наверное, она умерла. Блин, это какая жесть. Растерла просто об пол. Ну и приятно познакомиться. Разум Роя. Какая в игре все-таки хорошая графика, даже по сегодняшним меркам. Ой, какая дура, какая здоровая. Эйте! Эйте! Еще есть? Ой, блин, тихо. Тихо. Нехорошо. Давай, 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 Эзер. Что делать? Да не туда. По-моему, у меня проблема, да? Давай, давай, блин, ну что ж ты? Выкинь, брось, брось меня. Я просил по-хорошему. Айзек, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Ах, блин. Без нервов. После Demon Souls такое не должно пугать. Откройся. После Demon's Souls вообще ничего пугать не должно. Тем более такая легкота. Так, левая.
Ой, нехорошо. Давай. Спокойно. Спокойно. Так, давай, открывайся, последний осталось. Нравится? Скотина. Приходи за добавкой. Прости, но было весело. По-моему, пора уходить отсюда. Вообще несложный босс. После Demon's Souls вообще все боссы несложные. Так, все, пора лететь, Айзек. Обелиск пусть тут остается. Ох, чуть не влупились. Ох, жесть. Все, пора снять первый раз с момента начала игры, блин, я же заговариваюсь. Айзек, настрадался, намолчался, во второй части наговоришься. Айз, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости. Скример. Вот именно так и заканчивается первая часть. Могу сказать, что это офигительная игра. Я получил очень большое удовольствие, проходя ее, и она ни капли не устарела за то время, что прошло с момента ее выхода. Вообще, основательный подход, он такой основательный. Вот как Half-Life 2 сейчас играешь, она чувствуется свежо даже на данный момент. Так и Dead Space 1. То есть очень и очень хорошая игра, которая совершенно не устаревает. Только с годами становится лучше. Тем не менее, по окончанию вы не бойтесь, если кто-то не играл во вторую часть и не знает, что произошло, то, собственно, это просто плод воображения Айзека, и на самом деле никто его в конце первой части не сожрал, Николь не настоящая. Челнок с ним на борту примет на борт, собственно, разведка правительства Земли, поместят его в стазис, и до начала второй части он там будет находиться, то есть над ним будут производить опыты. Так что ничего хорошего его не ждет, но тем не менее в порядке он в итоге будет. Ну как сказать в порядке, живой по крайней мере и выберется. Так что увидим в ближайшее время, то есть завтра прохождение дополнения, как оно там называется, я не знаю, сейчас пойду и куплю его. Вернее не дополнение, а как небольшая мини-игрушка, тоже по Dead Space, рассказывающая собственно о событиях, то есть предыстории второй части. После нее начнем вторую, и после второй пройдем DLC Silver, то есть... Расчлененный. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих прохождениях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.